Здравствуйте! Сегодня в программе «По существу» поговорим о медицине дистанционной или телемедицине. Меня зовут Ирина Волкова, и сегодня мой гость Александр Трофимович Родионов, руководитель медицинского информационно-аналитического центра Министерства здравоохранения Чувашской Республики. Александр Трофимович, рада видеть в нашей студии. Хотелось бы сразу же вопрос задать. Что сейчас может телемедицина Чувашии? Да, Ирина, добрый день. Очень рад, что пригласили меня в нашу студию. Я бы хотел задать вам встречный вопрос. Давайте. А что вы подразумеваете под телемедициной? Ну, если со стороны смотреть, то кажется, что телемедицинская услуга или телемедицинская связь – это когда врач с врачом общается, они видят друг друга, но по защищенному каналу. Телемедицину представляет именно в таком виде, когда, с одной стороны, в экране либо пациент, либо врач, а с другой стороны, консультирующий врач. И да, эти элементы в телемедицине присутствуют, но самое главное в телемедицине – это то, что телемедицина позволяет документировать консультацию телемедицинскую, ее архивировать, сохранять, и это юридически значимый документооборот, потому что она подкрепляется усиленной электронной цифровой подписью. Но что касается Чувашии, естественно, телемедицинские технологии у нас достаточно давно применяются в работе медицинскими организациями. В основном это, конечно, технология врач-врач, потому что есть еще технология врач-пациент. Самое основное при проведении телемедицинских консультаций в режиме врач-пациент – это первичный очный прием врачом пациента. А дальнейшие приемы или консультации, они могут быть уже дистанционно проводиться. В режиме врач-врач этого не нужно, потому что в этом режиме лечащий врач, он работает с пациентом. И когда возникают вопросы, которые требуют выяснения, это сложный клинический случай или, допустим, нужно пациента перевести на более высокий уровень медицинской помощи, да, в республиканской больнице или в федеральном центре, тогда наступает тот момент, когда врач формирует заявку в тот или иной центр, описывает проблему, прикладывает туда медицинские исследования, в том числе исследования компьютерной томографии, лабораторные исследования, заключения, и отправляет за подписью электронной цифровой в консультирующий центр. Консультирующий центр, получив эту заявку, рассматривает документально, очень внимательно все исследует. При необходимости, только при необходимости, он может назначить консультации по средствам видеоконференц-связи. Вот здесь как раз и наступает тот момент, когда все представляют, что телемедицинская консультация – это консультации по телевизору. И, соответственно, консультант, исследовав все документы, дает заключение. Достаточно часто сейчас уже начали пользоваться услугами телемедицинских технологий, потому что это облегчает жизнь прежде всего пациентам. Если посмотреть на это с технической точки зрения, по оснащению, где что сейчас установлено, какие есть средства? Прежде всего, это в телемедицинской технологии входят системы видеоконференц-связи, да, это высокого разрешения камеры. Это хорошие плазменные телевизоры. Мы в прошлом году закупили для большинства наших медицинских организаций комплекты телемедицинских пунктов. Они сейчас стоят в районах и в республиканских больницах. В прошлом году мы запустили систему телемедицинских консультаций, которая была разработана в федеральном центре ВЦМК «Защита». И силами наших специалистов мы везде, в каждой больнице оснастили этим программным обеспечением. И любой врач теперь со своего рабочего места может оформить такую заявку и отправить его либо в республиканский центр, либо в федеральный центр. Но управлять
процессом, потоком таких консультаций у нас управляет республиканская больница. С 2019 года мы запускаем национальный проект «Единый цифровой контур здравоохранения». Это федеральный проект. На реализацию этого проекта выделяются федеральные деньги. И мы, воспользуясь этим, сейчас будем переоснащать во всех медицинских организациях рабочие места врачей. Они уже будут современными, с видеокамерами, с микрофонами, которые как раз будут позволять проводить эти телемедицинские консультации с любого врачебного места. Чувашия по интеграции с федеральной государственной информационной системой здравоохранения на сегодняшний день занимает второе место в России. То есть мы в передовиках. Мы говорили, что врач-врач консультации проводится. Когда привлекут в этот процесс пациента? Или как пациент может воспользоваться телемедициной? Технология, которую мы сейчас применяем, врач-врач, она перемещается постепенно в телемедицину врач-пациент. Особенно она нужна, когда мы разрабатываем системы дистанционного, диспансерного наблюдения пациентов. Есть пациенты с хроническими заболеваниями, их нужно периодически контролировать. Есть критические больные, за которыми нужно следить круглосуточно. Но эта практика, она еще не внедрена. Здесь основной проблемой является то, что приборы должны быть сертифицированы как медицинские изделия. И эта работа в плане у нас есть. И Министерство здравоохранения Чувашской Республики, и Федеральное министерство закладывают в перспективе средства на развитие вот таких схем. На портале госуслуг есть вкладка «Мое здоровье». Угу. Какие возможности она дает? С нашей медицинской информационной системой в ежедневном порядке осуществляется направление данных на этот портал о всех посещениях пациента врачей. И вообще в перспективе этот раздел «Мое здоровье» она будет расширяться. И сегодня уже, может быть, слышали термин, как электронный двойник человека. Цифровая версия пациента, да? Да, цифровая версия пациента, где накапливаются его данные с момента рождения и до того момента, когда, ну, нынешнего состояния, да? И при этом там все прививки учитываются. Это у нас уже сделано. Вот в прошлом году мы сделали единую цифровую карту прививок, которая не будет теряться, которая будет доступна со всех медицинских организаций. И это очень большое удобство. При достижении 18 лет эти сведения передаются уже во взрослую электронную медицинскую карту. То есть не карту. Нужно вот эту карточку медицинскую из детской поликлиники перетаскивать во взрослую. Конечно, все автоматически передается. Наша цель – избавиться от бумажного документооборота и полностью, чтобы все данные наши хранились в электронном виде. Но здесь надо отметить, конечно, что здесь есть определенные требования законодательства по защите персональных данных. Наверное, вы слышали, что это медицинские данные, они относятся к более даже высокой категории данных, они должны быть защищены. Поэтому нами предпринимаются меры для того, чтобы эти данные были защищены. Вот эти системы помощи принятия врачебных решений, они такие уникальные, они разработаны на базе опыта многих тысяч врачей и тысяч различных клинических ситуаций. Поэтому это очень интересное направление. Не, оно еще будет развиваться и развиваться. Да, конечно. Александр Трофимович, благодарю за обстоятельный и содержательный разговор. Напомню, что сегодня в студии на тему телемедицины мы беседовали с Александром Трофимовичем Родионовым, руководителем медицинского информационно-аналитического центра Министерства здравоохранения Чувашской Республики. Увидимся в эфире Национального телевидения Чувашии.